В Заволжском районе Ульяновска в нескольких километрах от города активно возводится новая промышленная площадка. На ней уже в июле этого года разместится мясокомбинат «Фабрика питания». Продукцию планируют поставлять не только в местные супермаркеты, но и в магазины других регионов. К тому же мясными продуктами планируют снабжать школы и детские сады области. При таких условиях региону больше не придется закупать мясо в соседних городах. Уже собирается каркас нового цеха по забою скота, с дальнейшей его переработкой, то есть, можно сказать, одним словом, мясокомбинат. Вот, на территории города его, в принципе, еще нет. Рассчитан завод на 100 голов в смену, то есть это где-то 20-23 тонны мяса в день. По подсчетам, средняя зарплата сотрудников будет составлять более 33 тысяч рублей. Глава региона Сергей Морозов встретился с застройщиками и дал им ценное напутствие. Дай бог вам памяти, Сережа, по тем срокам, которые вы нам сейчас назвали. Зарплата была такая, какая вы говорите, для людей. Фабрику питания обещают сдать в июле 2018 года. А уже в августе учреждение должно заработать в полную силу. Мясокомбинат рассчитан на 55 рабочих мест. Виктория Шикова, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.